Всем привет! Вы на канале Черри Такси, с вами Вишняк Владимир. Ребят, я сегодня сел на электричку и поехал за электричкой. Давно хотел снять смену на электромобиле. Поехал я в Т+. На удивление, мне сказали ехать не на Перерву, а... На Курьяновскую. Я поехал. Думал, открыли еще один гараж. Вот. Приехал, смотрю, все те же лица. Вот. Оказывается, на Перерве гараж закрыли, там идет застройка полным ходом. Вот. И они переехали. Короче, машину я взял. Вот. И она долго стояла, ее надо было на мойку загнать. Короче, загнал на мойку на Садовой Черногрязской. Там машинку помыли полностью снаружи и снутри. Вот. И я решил сделать пару тестовых заказов. То есть я ее откоткал во всех парках, агрегаторах. Вот. Решил сделать пару тестовых заказов. Первый сделал в режиме «Мой район», чтобы проверить миф о том, что Яндекс великодушен и дает электричкам работать по моему району без комиссии. Ну, ведь надо экономить пробег. Вот. Ну и типа для электричек не будет дополнительной комиссии. Фиг там. Содрал еще как. Вот. И второй заказ я решил сделать в режиме «Домой». Ну, так, чтобы не платить доп. Комиссию и попасть домой, дооборудовать машину, то есть зарядки, там, держатели для телефона и так далее. Вот. Дом проставил в Лобне. Ну, так, чтобы прям быть уверенным, что даст заказ в ту сторону, в которую мне нужно. Потому что у меня не получилось пройти брендинг. Там на заднем стекле отсутствует, видите, пару цифр. Вот. И да, кстати, таксопарк сказал, завтра наклеит. И мало того, еще и вернет мне стоимость аренды за один день. Я прям обрадовался. Так вот, чтобы, ну, так как у меня из-за этого ниже приоритет, я думал, будет проблема поймать заказ, поставил дом в Лобне. А знаете, куда мне дало первый заказ? Это вот как это? Не, я понимаю, что это дало заказ поближе к МКАД, а там по МКАД ближе до Лобни по времени. Это я понимаю, но это электричка. И мне просто повезло, что она была заряжена настолько, что для меня поездка в Реутову и Балашиху не стала проблемой. Но если бы заряда было значительно меньше, это была бы проблема. Мы могли просто не доехать. То есть на электричке нужно четко рассчитывать, куда ты едешь, куда берешь заказы. А мне даже точку Б не показало. То есть это поездка длительностью, плановой длительностью, больше 48 минут. Но мне не показало ни промежуточную точку в Балашихе, ни конечную в Реутове. Короче, я шалава. Причем он такой лавр, который любит очень жестко. Ну ладно. Короче, доехал я до Реутова. Я сейчас проставлюсь дальше домой. И надеюсь, что мне заряда хватит на еще. Ну, мне его хватит. То есть заряд мне показывает еще 220 километров. А до дома мне километров до 40. Вот, поэтому все хорошо. Но прям будьте внимательны, что на электричках режим «Домой» может вот такие сюрпризы приносить. Всем удачи!